друзья, мы задумали небольшое водное путешествие. Сначала хотели сплавиться с Боровушки до Восточной, но это 30 километров, с ребенком мы решили этого не делать. Поэтому мы решили доехать до Паровозной и с Паровозной сплавиться там порядка 11 километров до Восточной. Даже между Восточной и Новородниковой. У нас резиновая лодка, которая немножко спускает. И мы втроем. А что из этого вышло, вы сейчас увидите. Вот, приехали, накачиваем лодку. Сейчас хлебнем капитанского рома и поплывем. Пираты. Идем? Да. Ясно. Пиратского рома за предстоящее путешествие к роме. Так, мы выехали. Время сейчас 11 часов. 11:03. И мы тут уже на месте. Ты умеешь вообще грести? Я умею, надо выгребать это. А, посмотри! Там была протока. И вот здесь вот мы прошли по одному из проток. Ну, здесь просто много... Это не остров, не островок было, а много травы просто. А впереди нас ждет мост. И на мосту кто-то стоит. Смотри, пап. Рыбалка прямо с мостом. О, мостик с ними на мне. Проплываем мост. Это какая станция? А, еще паровозная. Еще паровозная, да? А где тогда этот мост находится? Станция-то там. А, с той стороны идти, да? Понял. А на Кренице есть мост? Вот смотри, садок какой сними. Я не смогу развернуться так. Давай. Работает, да? Карина. Ой, Карина. Карина. Я делаю, чтобы ты перед увидел. Идем на Креницу. У меня уже попа в водичке. Попа? Да, попа уже маленько подливает к нам. Да? Да. Значит, все, значит. Вот там Креница, там паровозный, мы на острове, ребята, мы на острове, мы Робинзоны.
Один из экипажа сбежал с корабля. Просто? А ты идешь? А покуда мне будет? Глубоко. Покуда? Не знаю. На лобок. По глаза. Наверное, по голову. Облако, дирижабль. Дирижабль. Отлично. Один из нашей команды, чтобы скрасти команду, решил пожертвовать своим ртом. Вот так! Своим ртом она закрыла пробоину. А какая станция, скажите? Любая. Уже Крепьёво подплываем, да? Хорошо, спасибо. Приятель, смелей разворачивай парус. Рома сказал, что не поставил. Йо-хо-хо! Веселись, как ты, чёрт. Папа. Что за слова? Ты уже съела? Один из наших быстро пристрастился к этой привычке. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Чё? Какая станция-то? Репьёво? Сещерепьёво. Когда восточно это будет? У меня в историю, что... Конечно, на YouTube сейчас выложим. Не сейчас, чуть по. Понятно. Выложим. Как вас зовут? Сергей Николаевич со станции Репьёво. Отлично. А общество как называется? Звездочка. Звездочка. Отлично. Рыбалка уже говорили. Нам уже на паровозной говорили, что рыбалка никакая. Ну. Димка, мы сейчас туда. Молодой. Димка, понятно. Так, рассказывай нам, что это за поляна? Здесь раньше проводили соревнования, всякие предприятия города между предприятиями. Винпивкомбинат, мясокомбинат, жиркомбинат, птицекомбинат, кто там у нас еще был? Все собирались. Соревновались, бегали, прыгали, волейбол играли, футбол играли, штангу, гирю тягали. Это между Репьёво и Крени. Да, Криницей. Потом вечером художественная самодеятельность, костры. В общем. Ты выступала в художественной? Я да. До сих пор волейбол приезжает играть. Лэп виден. И река как-то загибается опять. Интересно. Изгибается. Это дачи. Я так понимаю, что уже. Репьёвские, да? Это за, смотри. Смотри, ну чё ж ты смотрела? Папа, фото. Папа. Все, я фото. Ничего себе. Стрекоза в Юли на руках. Ну. Ну и чё ты держишься? Спускайся, раз хотела. У тебя спасательный жилет, чё ты боишься? Вот так. Здесь глубоко. Юля, помоги. 14.02. Мы проплыли Репьёво. А кто? Вон он там, Репьёво. Штиль, наш корабль забыт. Лежит в мире каких-то снов. Сейчас фотоаппарат замочу. Не надо? Не надо. Я есть хочу.
восточной, глубоко и тихо. Как сказала Юля, глыбонка и тихонка. Река очень широкая, течения практически нет. Стоим почти на месте. Придется грести. А чтобы грести, нужны силы. Придется съесть кого-то из команды. Кто это будет? Юля. Почему? Вы сейчас так быстро сдала Юлю. Отравитесь? Не боитесь? Я не буду есть. Баба ли гребет? Она не будет тебя есть. Она тебя успокоила. Вообще, я спокойно, да. Щука не кусает, а акула кусает. Я помню этот год. Да, щук, еще они здесь забыли. Почему щук здесь много? Да. Щук здесь много ловит. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас облака. И не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас облака. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны все бегут, бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока. И вот Карина перед первым своим классом проплыла, папа, очень много километров по Ине. Доченька, ты запомнишь этот момент, скажи? Да, конечно. Да, конечно. Ой, мы кружимся, нужно назад. И ты с моей внучкой здесь поплывешь потом? Да. Удостоверить. И коровка здесь. Быков особенно. Ой, еще бычок. Смотрите, который. Короче, группа туристов поставила раскладной столик, все, и ушли гулять. Ага. А мы едем на машине на Ниве. И там узкий участок. Ничего понять не можем. Стадо коров на нас несется. Ага. Мы приостановились, они пронеслись. Ладно, что за фигня. Едем дальше. Бежит бычок, а на нем стол одет. И он маленький. И снять-то его не может, и гремит. Естественно, сам боится. И его все стадо испугалось и убежало. В общем, там вообще целый этот был. Мы его пытались поймать, чтобы освободить. Он к нам в руки не дался. Но они там весь лагерь разнесли. Стол, в смысле, одел на башку, что ли? Они там пошли все обследовать. И стол нечаянно одел складной. Может, он под него, может, он его забодать его хотел. Бах, он его оделся, он голову поднял, он дальше. Вот уже вот-вот должен быть. Необычный, да. Обычный. Мушка на курьих ножках. А он сделан еще как-то, смотри, внизу там. Как-то старается. Даром.
Лэп проезжаем. Прям лэп, лэп, лэп и несколько лэпов. Так это у меня, ну, репьёво. Репьёво было 2 часа назад. Да почему это репьёво и есть? А, это репьёво, да? Ну, может, репьёво. Но это не репьёво, это уже восточное. Это уже почти восточное. Люлька сказала, почти восточное. Но моста ещё не видно. Тут понимаешь, как река шире, течение сразу падает. Как река уже, так нас несет. Ну, скоро через час будем, наверное. Все, вот, лэп проплыли тут. Какой-то трещало, что ли. Ну, давай. А скажите, это что, восточное или репело? Восточное дальше, да? Вот где мост автомобильный. А где он вообще? Чуть дальше. Немножко за островом. А, за островом. Хорошо, спасибо. Ой, под кувшинками цветов. Подплывем еще. Подплыви еще, пап. Ну куда еще-то? Какой цветок? Вот этот. Вот этот, что ли? Да. Так он еще не раскрылся. Он уже отцвел. А, он уже отцвел? Когда успел? Он уже отцвел. Сказали. Я собрала кувшинку. Ну, чайный, вот он. Нам сказали, что вот за этим поворотом будет автомобильный мост. И мы приплывем в пункт своего назначения. А я вижу, вот ты. Ага. О, пора ехать. Ой, страшно. Все. Глубоко, что ли? О, пошла. Рыбку поймали. Слышишь, Рома? Слышу. А вон, повели меня. Вон пункт нашего назначения. Все видно вообще отлично. Подъезжаем, подъезжаем. Пупой поворачивай. Ой, стой, стой, Миша, не надо. Так. Всем привет. Привет. Хочу долго. Мишка. Хочу. На лодку хочу. Да там ничего интересного. Капец, ребята, я офигел. Вот на лодку хочу. Да там ничего интересного. Капец, ребята, я офигел, короче. У папы капитанская шляпа. Вообще накатался. Вообще накатался. Тут уже камни, Миш. Все. 11 километров эти. Мне дались как. Очень было тяжело.